Порядка 10 тысяч курян и жителей области стали участниками открытого Всероссийского дня бега «Кросс-нации-2011». Он стартовал в выходные в 85 городах России. Это самое масштабное по количеству участников и географическому охвату массовое летнее спортивное мероприятие страны. Это очень доступный, демократичный и полезный вид спорта. В основу любой подготовки, любого вида спорта, в принципе, входит легкая атлетика. Почетными гостями «Кросса нации» стали рекордсмены и обладатели чемпионских титулов в этом виде спорта. Самой младшей участницей стала 5-летняя Мария Усова, которая преодолела дистанцию в 1 километр вместе с отцом, многократным чемпионом Романом Усовым. Впервые соревнования прошли на Курском ипподроме. По признанию участников, идея казалась удачной. Бежать по земле, а не по асфальту, оказалось намного легче. Все призеры и победители в 11 возрастных категориях получили медали и кубки.